Здравствуйте, в эфире новости общественного российского телевидения. В среду состоялось заседание правительственной комиссии по расследованию причин гибели атомной подводной лодки «Курск». После нее вице-премьер Илья Клебанов сообщил, что найдена еще одна предсмертная записка одного из погибших моряков. Он также заявил, что ни одна из версий происшедшего пока не может считаться абсолютно доказанной. По-прежнему изучаются три возможных причины катастрофы. Столкновение с неустановленной подлодкой, нештатная ситуация в первом отсеке и мина времен Второй мировой войны. Первая из этих версий уже подкрепляется видеосъемками, которые были сделаны глубоководными аппаратами «Мир» и российскими водолазами, которые работали на лодке в последние две недели. Нам удалось обнаружить на лодке очень серьезную вмятину в районе первого-второго отсека, то есть вдавленность внутрь, которая могла быть, конечно, только от удара, ничего другого. Значит, и очень серьезные такие полосы, которые говорят о том, что что-то шло вдоль лодки после удара, что-то по ней скользило и обдирало резину легкого корпуса. Но вещественных доказательств этой версии пока нет. Поэтому в ближайшее время в Баренцево море вновь отправится корабль «Академик Келдыш» с аппаратами «Мир». Они будут обследовать район вокруг погибшего томохода. Сегодняшнее заседание комиссии проходило за закрытыми дверями. После его завершения стало известно, что в 9-м отсеке «Курска» была обнаружена еще одна предсмертная записка. В 9-м отсеке 23 человека, самочувствие плохое, ослаблены действия МЦО при пожаре, давление в отсеке повышается, при выходе на поверхность не выдержим компрессию. И кончается записка, протянем еще не более суток. Она достигнута тоже примерно часом дня 12-го числа. Что же касается подъема «Курска», то, как выразился председатель комиссии, сегодня проект этой операции был принят в первом чтении. Заниматься этим будет международный консорциум с участием компаний России, Голландии, Бельгии, Норвегии, США. Валерий Киос, Андрей Леонов, ОРТ. В Соединенных Штатах по-прежнему сохраняется полная неясность относительно того, кто же станет новым президентом страны. Пересчет голосов в штате Флорида может продлиться до конца четверга, то есть до утра пятницы по московскому времени. А окончательное объявление итогов голосования в этом штате, по некоторым данным, может затянуться аж до 18 ноября. Сейчас на прямой связи со студией по телефону наш специальный корреспондент в Остине, штат Техас, где находится избирательный штаб республиканцев, Владимир Сухой. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Вечером стало известно, что во Флориде на двух избирательных участках в Лодердейле и в Майами были обнаружены две коробки с проголосовавшими бюллетенями, не отправленными в избирательную комиссию. Как это комментируют местные средства массовой информации? Игорь, естественно, вполне естественно, что штаб Буша опровергает это все и говорит, что этого не может быть. Но государственный секретарь штата Флорида подтверждает, он демократ, подтверждает этот факт. Сейчас по Флориде находится 67 наблюдателей, в том числе туда следуют бывшие госсекретари США Джеймс Бейкер и Уоррен Кристофер. Джеймс Бейкер от республиканцев и Кристофер от демократов. Будут разбираться. Подтверждение есть от Национального комитета демократической партии, повторяю, и от госсекретаря штата Флорида, что такие ящики обнаружены, и в них есть бюллетени, и очень многие голоса поданы за Гора, и они не учтены. Игорь? Примерно час назад Джордж Буш-младший выступил с заявлением для прессы. О чем говорил кандидат в президенты? Кандидат в президенты пригласил к себе журналистов. Они сидели за одним столом с Чейни. Он сказал, что он абсолютно уверен, у него нет ни тени сомнения, он не спал всю ночь, только поспал 3 часа, что он победил в штате Флорида, и завтра к 17 часам, повторяю, Буш сказал завтра, 9 ноября к 17 часам, его победа будет подтверждена. Здесь несколько другая политическая культура, здесь никто открыто не намекает на какие-то инсинуации, на какие-то подтасовки, но на обыденном уровне люди все-таки открыто говорят: Буш Бушу глаз не выклюет, брат брата не подведет. Так что есть подозрение, что какие-то все-таки несоответствия были в этом штате, где губернатором является младший брат Джорджа Буша Джеб. И
Игорь. Большое спасибо, Владимир. У нас на прямой связи по телефону был наш специальный корреспондент в Остине, штат Техас, Владимир Сухой. В день президентских выборов в США американцы избирали также конгрессменов. В результате, по предварительным данным, впервые за последние 20 лет в Сенате Конгресса США, как ожидается, места между республиканской и демократической партиями разделятся поровну. Имея по 50 сенаторов, ни одна из партий не будет иметь преимущества. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне лидер сенатского меньшинства, сенатор-демократ Томас Дэшл. О некоторых деталях выборов в Сенат Конгресса США и состоявшихся в ряде штатов референдумов в материале Татьяны Каденко. Наибольшее внимание было приковано к штату Нью-Йорк, от которого в Сенат баллотировалась первая леди США Хиллари Клинтон. Она опередила республиканца Рика Лассо. В течение двух часов после оглашения результатов Лассо не признавал поражение, но все же поздравил госпожу Клинтон по телефону. Ее победа предсказывалась, и в этом смысле не было никаких сюрпризов. Трагикомичной оказалась борьба за место в Сенате от штата Миссури. В ней большинство голосов получил покойный губернатор Мел Карнахан. Три недели назад кандидат от Демократической партии погиб. В соответствии с законом Миссури, его имя не было вычеркнуто из избирательных бюллетеней. Снять кандидатуру на сенаторское кресло можно не позднее, чем за месяц до выборов. Теперь представлять штат в Сенате должна его вдова Джин, удивившая всех своим согласием. Жители 42 штатов участвуют параллельно в референдуме по 200 предложениям и инициативам, имеющим местное значение. На голосование поставлены самые разные вопросы. От изменения системы налогообложения, бюджетных статей штата, до легализации марихуаны и защиты прав животных. Это даст представление о том, что волнует американцев вне большой политики. В Алабаме, например, решается вопрос об отмене запрета на браки между представителями разных рас. В Аризоне могут быть увеличены налоги с туристов. В Арканзасе, возможно, легализуют азартные игры и казино, за счет чего будут финансироваться фонды по образованию и выплачиваться стипендии. Жителям Калифорнии предстоит решить, что лучше – лечить незамешанных в насилии наркоманов или все-таки заключать под стражу. Большинство тех, кто живет в Массачусетсе, не понимают, зачем запрещать собачьи бега. Жители Орегона решат, надо ли увязывать зарплату школьных учителей с успеваемостью их подопечных. Во Флориде думают, стоит или не стоит соединять города сверхскоростной железной дорогой, но на северо-западе, в Мэне, о праве на эвтаназию. Татьяна Каденко, ОРТ. Президент России Владимир Путин в среду высказал свое мнение по поводу разделов программ обоих кандидатов президента США, посвященных отношениям с нашей страной. Соединенные Штаты являются для нас одним из важнейших партнеров по очень многим направлениям деятельности. Я уже говорил о том, что мы подробно знакомились с программами обоих основных кандидатов, и Буша, и Гора. Должен сказать, что и в программе представителя Демократической партии, и в программе представителя Республиканской партии ясно, понятно и довольно точно изложено отношение к развитию взаимосвязи с Россией. Нас такой подход устраивает. Мы уважаем выбор американского народа и будем работать с любой администрацией. Что касается окончательных выводов и поздравлений в адрес победителей, то, думаю, будет целесообразно, если мы подождем соответствующих решений официальных американских властей. Кроме того, вы знаете, там находится и председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации господин Вишняков. Он в случае необходимости нашим американским коллегам, своим американским коллегам подскажет, как нужно правильно действовать. Это заявление Владимир Путин сделал в Ростове-на-Дону, где он побывал в среду с рабочей поездкой и провел совещание по проблемам, с которыми сталкивается Южный федеральный округ. Главы регионов округа слушали выступление президента с неподдельным интересом. По их признанию, у них сложилось мнение, что практически каждая фраза из его выступления – результат глубочайшего анализа ситуации. Ситуация, которая в течение долгих лет ухудшалась из-за крайне неэффективных и, по словам президента, невнятных действий федеральных властей. Люди в округе, простой российский гражданин, живет хуже, чем в других местах Российской Федерации. Здесь угрожающе высокий уровень безработицы. Вдвое выше, чем в среднем по стране. Владимир Путин подчеркнул, что все программы, которые для Российского Кавказа были разработаны, ограничивались отдельным регионом или отраслью и не приносили почти никаких результатов. Он подчеркнул, что федеральная программа развития этого региона с богатыми недрами и потенциалом должна решать накопившиеся проблемы комплексно и в рамках всего округа.
Нам надо изменить устойчивое представление, что российский Кавказ изначально конфликтная территория. Речь идет о проблемах, связанных с геополитическим положением региона и обеспечением здесь национальных интересов России. В их числе на первом плане расширение системы транспортных коридоров, создание инфраструктуры для экспорта нефти и газа. Серьезное внимание на совещании было уделено проблемой беженцев, по количеству которых округ занимает первое место в России. По словам Владимира Путина, решение проблемы напрямую зависит от восстановления хозяйства Чечни, которое должно стать одной из важнейших частей этой программы. Нужно создать экономические условия, при которых люди перестанут цепляться за эти палаточные лагеря. Потому что мы знаем, почему они там находятся. Потому что у них, даже если есть жилье в самой Чечне, там нечего есть. Там нет работы. Все эти проблемы Владимир Путин обсуждал с представителями интеллигенции Северного Кавказа в крупнейшей на юге России Донской публичной библиотеке. У нас не может быть незаконных мигрантов. Потому что люди не виноваты в том, что произошло с нашей страной 10 лет назад. Павел Пчелкин, Алишер Хаджаев, Александр Чернецов, Олег Кудов и Александр Исаев, ОРТ из Ростова-на-Дону. В среду вечером в Ростове состоялась встреча Владимира Путина с главой администрации Чечни Ахмадом Кадыровым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Алексей Громов. По его словам, обсуждалась ситуация в Чечне и вопросы социально-экономического развития республики. На этом президент завершил свою поездку в Ростов-на-Дону и отбыл в Москву. Тем временем в ряде районов Чечни ужесточается паспортный контроль и вводятся ограничения на проезд транспорта. Милиция изымает фальшивые документы, которые наводнили республику. Подробности в материале нашего корреспондента. В результате совместной операции МВД, ФСБ и чеченской милиции сегодня на одном из блокпостов федеральной трассы «Кавказ» было изъято около 20 поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Они использовались для беспрепятственного передвижения по территории Чечни. За световой день специальная группа проверила несколько сотен легковых машин. Особое внимание обладателям удостоверений. Сейчас в Чечне передвижение по дорогам замедлено из-за частых проверок. Но днем корочка дает зеленый свет почти на всех блокпостах. Солдатам просто некогда рассматривать все детально. Поэтому изготовление фальшивок стало настоящим бизнесом. Признаки подделки могут быть различными. Это отсутствие необходимых записей в удостоверении, переклеенные фотографии, подтирки, подчистки и другие. Их много. В результате сегодняшней проверки, кроме подделок и неправильно оформленных удостоверений, изъято два пистолета и несколько десятков автоматных патронов. Один из пытавшихся предъявить фальшивку оказался боевиком, который находится в федеральном розыске за участие в расстрелах российских солдат. Под усиленным конвоем он уже отправлен в Грозный. Оперативники считают этот рейд очень успешным. Кроме конкретных результатов, он позволил отработать взаимодействие трех силовых структур. Сейчас изъятые удостоверения находятся в оперативной разработке. Возможно, скоро удастся выяснить, где они были изготовлены. А такие совместные рейды планируется повторить в самом ближайшем будущем. Николай Кудряшов, Анатолий Клян и Владимир Ольховский. При содействии пресс-службы УФСБ по Чечне, ОРТ, Гудермесский район Чечни. Единственный концерт знаменитой испанской певицы Монсеррат Кабалье прошел в среду в московском гостином дворе. На свой благотворительный вечер Кабалье пригласила несколько сотен одаренных детей-инвалидов со всей России, многие из которых выступили вместе с певицей. Концерт «Монсеррат Кабалье» завершает благотворительные вечера «Звезды мира детям», средства от которых пойдут на помощь одаренным детям-инвалидам. В последние годы великолепный «Монсеррат», именно так называют ее в родной Испании, все реже можно услышать в опере. Критики считают, и певица с ними согласна, что ее голос утратил прежнюю глубину и силу. Но публика по-прежнему боготворит Кабалье. На ее благотворительных концертах всегда первые лица государства. И сегодня на концерт пришла супруга российского президента Людмила Путина. В этот раз Монсеррат пела с детским хором Попова и хором ЮНЕСКО. Вместе с ней выступали дети-инвалиды, которые приехали на этот концерт со всей России, и всемирно известные исполнители. Сама Монсеррат солировала в «Масне» и «Любимом Верде». Легко, с божественной свободой голоса. Монсеррат Кабалье не только проводит благотворительные вечера. В ее испанском поместье работает центр для инвалидов, а в выходные там отдыхают дети из окрестных кварталов. Елена Шилова, Алексей Матюшкин, ОРТ. И на этом я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Не пойму этих музыкантов.
женщин, купила ему новую машину, 5-литровую, полный автомат, а он опять рукава засучил и туда с головой. А мог бы оставить Маргариту. Маргариту? Ты не знаешь Маргариту? Да она просто умница, делает все быстро и в вещах разбирается лучше меня. Вот, Аристон Маргарита 2000. Машина нового поколения. В режиме золотой кашемир стирает самые нежные ткани. Весь спектр бытовой техники в фирменных салонах на Богдановича 70, Партизанском 9 и Припытского 38. Хочу Маргариту. Ежедневно ваша золотая чаша.